Всем привет, дорогие друзья, с вами Никита, и сейчас речь пойдет об очередной ломалке смартфонов, разбивалке планшетов об стену. Ну, вы поняли уже из названия этого ролика, речь пойдет об игре Swingcopters. Это игра от того же разработчика, который выпустил на свет Flappy Bird, и на этот раз плагиаты настигли игру раньше, чем она сама вышла официально, и даже можно сказать, что оригинал вышел от другого разработчика. Вот такой вот бывает у нас, и часто от этого страдают игры компьютерных игр, но все же что есть, то есть. А игра из себя представляет еще более сложную затею, задумку. Нам теперь придется лететь вертикально вверх, и еще нам при этом будут мешать молоты, вращающиеся туда-обратно. При этом нас будет колбасить. Управление такое же простое. Каждый этап — это разворот нашего героя, который пытается лететь вверх. Изначально игра была гораздо сложнее, потому что были маленькие интервалы между этими вот уровнями или планками, не знаю, как правильно сказать. Сейчас же после последних обновлений увеличили эти интервалы, играть стало очень просто, то есть просто держите под контролем, чтобы вас не расколбасило, и люди начинают ставить рекорды по 200, по 300, а то и по 400 без всяких взломов и хаков, поэтому тут очень спорный вопрос по поводу того, стоит ли в эту игру играть и наберет ли она такую популярность, как Flappy Bird. Но все же, что есть, то есть. Она доступна бесплатно, ссылка в описании под видео. Пробуем, ставим рекорды, и у меня на демо на данный момент всего 12. Может быть, поиграюсь, поставлю побольше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете об этой игре, что вы вообще думаете о Flappy Bird и что с вами случилось во время нервных срывов. Подписывайтесь на меня в Твиттере, в Инстаграме, задавайте мне вопросы в Ask, заходите на мой сайт. Пока-пока.